это спешл, да? Покушай. Простите, шарелка уже просто не вынимаю булку. А ты вынимая живешь, да? Каким-то дерьмом швыряется уже. Что у тебя за оружие такое? Бомбовик. Мне показалось, что ты опять этот... Дядя Вася этот пронзитель этот купил. Я специально жду, чтобы 500 человек пойдет. Пожалуйста. Размазал. Сзади идет 500 человек, можешь жопу себе повернуть. Можешь не поворачивать. Можно вообще никуда не поворачиваться, стоять. В принципе, вариант тоже хороший. Вообще, нормально играем, неплохо. Ты такой помощник, спасибо. Хоть бы один раз бы стрельнул в толпу, где застрял, нет. Я стрелял. Я вижу. Там два кушают. О, оружие. Ну давай башкой своей, косичками. Пошли в магазин. По-моему, это самая идеальная волна была. Я даже... Даже за подробняка второго левела так хорошо не играл. Какой спритерный. Можешь уходить? Могу. А могу и не уходить. А, ну, твое право. Ты дробовиком умеешь? Нет. Я вижу. Я дробовиком не умею. Я вижу. Спасибо, да как по чайнику. Как по чайнику, это в трусах идет. Ну лечи! Ну подожди, накопляются. Подожди. Все, пойдем отсюда. Bring up the trading controls and upgrade your gear. Time's almost up. Не сказать было, да надо было 20 минут потратить, чтобы написать это. Написать, да? Что-то сказал это. Ну это твои подкусы, здорово. Да блин, не с их сторон подкусу, что тебе сделать? Я не пойду, там тесачки. А, только поэтому не пойду. Я вниз все, что, потому что там говно везде. Я тоже. Вы не против? Против. О-о-о-о! Ты не видишь, прямо на тап не нажать. Не хотите, не надо. Можешь меня вылечить, у меня 70. Патроны бери. Пуля. И подойди ко мне. А теперь иди нахер отсюда. Спасибо. Там спилу, сверху пила идет, не надо. Наконец. Направо идем, нет, налево идем. Ну-ка, пошли налево. Направо идем. Хорошо, пошли вообще. Направо, хорошо, налево идем. Куда мы идем-то? Пойдем. Хорошо, спасибо. В говницу. Ой. Ой, как неудобно получилось, как неловко. Да, такой страх, во. Вылечи меня, пожалуйста. Ты стой на месте, жопой, стой. Вылечи. Стой на жопу. Все, пойдем сюда, пожалуйста. Ты специально в ракету жопой вылез, да? Да. Не стоял нормально, прикрытно, нет. Никого не убьет. То, что мы сирена заорала. Да бля. Бля. Еще подальше можешь бежать? Хорошо. Да, посмотрел, посмотрел и ушел нахер. Я выстрелил, просто. Чё-то посмотрел такой, посмотрел, я опять за угол ушел, нахер вообще. Да хорошо. Стоит как в мавзолее там, вычитывает. Ста, стоит там. Каждую табличку. Ленин там стоит в мавзолее и вычитывает. Каждую табличку. Он вообще-то в горизонтальном положении стоит, если так подумать. Ну да. Твой глушу. Ну, неужели? Пока, да? Оставишь каждую клюшу. Не надо ничего мне оставлять, сразу жри. Помоги, пожалуйста. Ты такой суппорт, я не могу вообще.
Дробовик можешь использовать, нет? Я вообще-то его сейчас спас. А что в говне застрял, ты так используешь, блин? Да не долго, пока его достанет. Вылечи меня, сейчас сдохну. Прыгай вниз. Помогите. Я думаю, просто разобьешься, такой сыр будет просто. Помогите. О, ну ясно, я пошел. А, меня тоже так вылечит. Иди сюда, пожалуйста. Главное, ты будешь шагать вперед и отстрелить. А я что делаю? Шагай быстрее. Еще быстрее шагай. И сюда идем. Там ползунки. Только ползунки, да больше ничего нет. Нет ничего. Ну что это тут? Ну что, где? Да может ты идти куда-нибудь стоит, не знаю. О! Да, с очками. Я не могу эти с очки. Сожрал жопой. Уйдем. Уйдем, уйдем. Направо поворачиваем, говно, говнище. Я бы и так повернул, мог бы не говорить. Что? Там пули есть. Понятно, мне РПГ в жопу попал и сразу левел ап. Ясно. Ясненько. Так, понятно. Магазин такой на Рублевке. Самая классика напоследок прям. Какая-то двустволка такая точно прям. Че прям? Стреляешь прям? Че бы обрезок был бы, ты знаешь. Обрез, то есть. Это есть обрез вообще. Ну, короче еще, чтобы там вообще пуль в жопу. Да, да, да. Держишь перед собой, у тебя пули сюда в жопу. Нет, вообще в тебя, знаешь. Ну да. Как знаешь в мультиках там, вот я помню про Bugs Bunny, да. Мультик был, где охотник еще там Bugs Bunny там дупло выкрутил, чтобы в рожу. Да, пустил. Да, в жопу пустил. Там пила идет, готовь. Не знаю, что. Расслабь свои булочки. Хюмидор. Мало у меня. Говна. Я не знаю, ты стреляешь или нет, но у меня так выглядит, как будто ты просто стоял, что-то смотрел просто во все стороны. А как меня размазывают. Конечно. Такое место страшно. Да, рот открой. Сразу оперу свою призвал сюда. Нормально сидели, надо вот было. Нормально же общались. Ясно. Насав свои булочки. Там за тебя рука идет, если что. Да. Еще не посмотрим. Не знаю. Сейчас как еще вижу. О, это жирно идет. Можешь жирно отстрелить, у тебя оружие более тушено. Уйди отсюда. Пиздец. Можешь меня вылечить, а? Да, подойди сюда. Ясно. За мной рука бежит, все, ничего не могу сделать. Покемон, я пожру говна, и ты поешь. Расставь свои булочки. Саша, блин. Молоко. Спасибо. Саша, блин. Я всажу, всадил. Ты... Расслабь свои булочки. Я сдох. Хорошо, как... Классика. Блин, вообще... Покемон, расслабь мои булочки. Можно ли под моего гранатолета, да? Можно без подворотов, да, можно, конечно. Можно ли какой-нибудь бегать? Там 4 всего стало. У меня хп тоже 4 осталось, если так. На глазок. Да-да-да, на глазок, да-да-да. 55, так понял, живи. Понимаешь, я просрался? Понимаю. Понимаю. А, сейчас босс будет, кстати, готовь.
Ты можешь сказать, где ты находишься? Я не могу сказать, я не могу это описать. Это... Вот твое говно лежит быстро, где? Друзья вообще. Не знаю. Покемон, расслабь свои булочки. Покемон, расслабь свои булочки. Не сыпь сейчас, подожди, не сыпь. Ты меня сыпь на рану, пожалуйста. Деньгу получишь. Еще когда? Ну быстрее! Такой ты бун! Стоял полчаса! Ты говоришь, не сыпь мне на рану! Что я тебе не сыпал? Ты сам сказал, не сыпь мне пока! Ты еще пожрал? Ты определись, как ты поесть хочешь? Нормально живем! Со свои булочки. Спасибо, у меня так ХП уже так это побольше. Можешь вылечить, да? Где ты? Ты меня тоже вылечил, спасибо. У меня. Расслабь свои булочки, покемон. Я пожру говна. Спасибо. Расслабь свои кулаки. Да, расслабляй. Покемон, расслабь свои булочки. Да здорово, у меня сейчас будет фул ХП, молодец. Просто ты сейчас так отведаешь. Я уже, что-то. Столько патронов валяется. Жак, что тут гуфак. Да, долго. Просто...